заказала, короче, уфы-лампу для ящериц, для жемчужек с Алиэкспресса. Сейчас попробуем ее посмотреть. Я надеюсь, она пришла целая. Но там что-то бренчит, и мне это уже не нравится. Но я все-таки питаю надежды, что она хоть бы она доехала. Вот такая лампа на 5 УВБ. Но она вроде целая. Не знаю, можно ли ее сразу включать или нет. Сейчас она прогреется, и я ее включу, короче. Поставлю пока видео на паузу. Ну вот она вроде работает. Ну что-то она какая-то странная, темная вообще, не знаю. Ну что хочу сказать по итогу. В общем, лампа вроде рабочая, но внутри у нее как будто какой-то маленький черный шарик болтается. Вот. И она странно мигает при выключении. Может, это, конечно, я просто чего-то не знаю, что уфы лампы так выключаются. Но у меня есть нормальная лампа ТЭКЗТР, и с ней все в порядке. Ну, я ее включу и дальше посмотрим, не пригорит ли она. Так что вперед к экспериментам.